нечего тебе здесь делать. Кто-нибудь его видел? Thank you.
Должно быть убежище близко. Тупик. Дверцы не откажешь в хитрости. Руна. Должно быть убежище недалеко. Во всех смыслах слова. Thank you.
знаки двергов. Они приведут меня в их убир. Бальдер, он пришел бы в восторг от этих кристаллов. Мой сын радовался всему, как дитя. Лишь бы он еще мог радоваться. Эти дверги, жаль признавать, но мне нужна их помощь. Будь полюбезней, Хави, и поскромней. Случайными за контрактами ряды. Не задерживайся тут. Меня сюда не звали. Попытайся не умереть. Как сидел в своей любимой таверне. Иди дальше. Пожалуйста. Терпкие и соленые желтки. А ты ведь не из этих краев. Скажи, встречались ли тебе горы трупов, армии сынов Муспеля, сожженные деревни? Ну, вообще говоря... Так я и думал. Вторжение — выдумка наших правителей, которые хотят одного — пополнить казну. Ну, посмотрим, кто кого. Пока все мы прячемся, самоцветы никто не охраняет. Приноси их мне, и я тебя награжу. Так ты считаешь, что вторжение — выдумка? Власть, юное создание, она всему виной. Если ты не пастух, то овца. Но ведь можно просто выйти наружу и проверить. Зачем? Мне и так все понятно. Только не говори, что ты тоже им веришь. Убитые мною Турсы Муспельхейма не выдумка, как и сотни мертвых двергов. О, нет. Ты из этих, да? Довольно. На меня твои лживые речи не действуют. Правду не скроешь. Вот, держи еще самоцветы, дверг. Ну, будь вторжение правдой, разве вокруг валялось бы столько богатств? Вот, держи еще самоцветы, дверг. А от тебя есть польза, хоть ты и не дверг. Посмотрим, что я смогу найти. Сидели бы сейчас в норах. Ну, здравствуй. Я уж подумала, что ты не вспомнишь обо мне. Вот, возьми в благодарность за спасение. Больше у меня ничего нет. Мне не нужна награда, но, знаешь, это мне пригодится. Спасибо. Еще не все главари йотунов мертвы. Пора это исправить. Тебе хватит материалов, чтобы улучшить наруч.
Кто ты? Назовись. Я Хави, владыка Асгарда. Ты? Далеко же тебя занесло. Илиаса мало Ивальди, и ты ищешь новых рабов. Ха, Ивальди обязан мне свободой. Где он? Я желаю говорить с ним. Что ж, дерзни. Думаю, ты знаешь дорогу в Хельхейм. Он умер? Но как? Как? У тебя что, и второй глаз ничего не видит? Тут кругом турсы. Извини. Пойдем пройдемся. Я Гунборг. Главное в этом убежище. Без Ивальди дела у нас идут скверно. Он пытался отыскать путь в другие убежища. Угодил в засаду. Там были турсы Глода. И еще какая-то тварь. Огненная, бешеная. Она проглотила Ивальди. Ее, конечно, вывели в подвал Ассурда. С помощью Локи. Прежде чем мы его схватили. А тебе лишь бы всех хватать. Неважно. Пал Ивальди, пал и Ульдор. Рудники, рудокопы. Кто выжил, тот служит Глоду. Это имя должно мне о чем-то сказать? Глод — ублюдок Сурта. Его мать была из йотунов. Этот зверь может разорвать дверга надвое. Твой народ отомстит турсам. Нет, с народом Ульдора покончено. И все же Глод не истребил всех двергов. Ему нужны рудокопы. Но для чего? Захватчики ищут тайны, скрытые в недрах земли. Древние реликвии. Для турсов это почему-то важно. А ты откуда знаешь? Хватит, Хави. Мы все измучены. Мне и без твоих вопросов не сладко. Поведай мне все, что знаешь. И Глод с присными заплатят за кровь двергов. Один дверг в Ульдоре добывал для нас сведения о великанах. Это был рудокоп, его звали Фридьев. Он молчит вот уже несколько дней. На него не похоже. Быть может, он мертв? Мне нужно то, что ищут турсы. Где в последний раз видели Фридьева? Я пойду туда. В Ульдоре есть один дом. Его хозяев убили великаны. Там Фридьев оставлял нам послание. Как отыскать этот дом? Ступай в квартал ювелиров к южным воротам. Ищи самый высокий дом. Там, где всюду золото, увидишь. Фридьев может привести меня к реликвиям Сурта. Надо найти его. Как пожелаешь, владыка Асгарда. Дело твое, но мне и без этого забот хватает. За мной по пятам мчится лишь слава, но не враги. Ну, как скажешь. Об этом убежище не знают даже другие дверги. И пусть так будет и дальше. Я смотрю, вы даже больше скрытничаете, чем прочие дверги. Ну еще бы. Это место нашли совсем незадолго до вторжения. Всех, кто был рядом, быстро сюда согнали. Сейчас лучше всего не высовываться. Нам тут чужаки не нужны. Мало ли кто придет вместе с ними. Я не друг ни турсам, ни йотунам. Рада слышать. Пусть так будет и дальше.
Еще что-нибудь? Говори. Достаточно. Он легко перебьет нас всех. А вот и жертва. Не волнуйся, в этот раз я буду осторожен. Да, не нужно мне напоминать. Крови-то было чуть-чуть. С кем ты разговариваешь? Нас услышали. Ни с кем, совершенно ни с кем. Садись, приготовлю иголки и лезвие. О, неужто новый рисунок? Ты слышишь голоса, которых нет? Ты точно в своем уме? Голоса? Разве кристаллы могут говорить? Разве они станут говорить со мной? Это ты не в своем уме разверишь в такое. Но про кристаллы сказал ты. Так ведь с тобой они не говорят. Я особенный. Кажется, ты здесь слишком долго просидел. Пойду-ка я отсюда. Столько тружусь, что у меня... Спасу Бальдра. Я отомщу за его мать. Когда Бальдр был еще мальчишкой, мы с Локи как-то привели его сюда. Теперь оба в плену. Локи у меня и заслуженно, а Бальдр у Сурта. Нападут, как только увидят. Покажи мне. Помнишь, как хоронили старину с Дорбергом?
А ведь прежде это был такой оживленный город. Шумный и счастливый. Всюду золото? Значит, нужный дом близко. Гунборг велела искать где-то здесь. С той стороны. Случилось. Все труды здешних мастеров, их творения, сколь незначительными кажутся их чаяния теперь, когда пришла беда. Кого-то били, возможно, пытали, потом тащили по земле. Фритьев пишет, что в Ульдоре есть темница для непокорных двергов. Мол, там, возможно, держат некую тюру. Наверное, сюда не раз приходили в самых торжественных случаях. А теперь печальное зрелище. Huh?
А это что такое? Сыны Ивальди пытались предупредить Фритьюфа, что Турса свирепствует все больше. Интересно, он получил это письмо? Здесь обменивались записками, но Фритьюф был беспечен. Сыны Муспеля все узнали, подстерегли и схватили его. Что ж, пойду в темницу. Для этого нужно попасть в плавильню. Только злобы. Этот край кто-то проклял.
Yeah!